Всем привет! Хочу показать, как я вот делал эту перегородку. Это еще не законченный вид. Здесь будет еще вот полочка идти. Одна, вторая. Здесь будет штанга такая стоять. А под низом, скорее всего, будет террариум. В общем, что-то в виде аквариума будет запечатано, будет там растение расти. Хочу сказать, что данную работу делал первый раз. То есть перегородки я делал, но делал от потолка и до пола. То есть обычные простые перегородки. А вот такие вот декоративные не приходилось делать. Еще дело в том, что она у меня не упирается в потолок. Поэтому слегка тут она подвижная. Но думаю, когда полочки все встанут, все будет достаточно жестко стоять. Ну что, покажу, как я делал эту перегородку. Поехали. Я уже разметил, где она будет стоять. Будет вровне с вот этой нишей и вот той аркой. Все будет на одном уровне. Прикрутил направляющий профиль снизу и стоечный. В общем, в наличии у меня два стоечных СВ профиля 4-метровых. И вот остался УВ. И все. Из этого надо что-то выкрутить. Прикрепил вот так вот в шахматном порядке. По просьбе заказчика забил уголок в землю, чтобы угол перегородки был понадежнее, чтобы не шатался. Так, в общем, накрутил я профилей, что и сам не разберусь. Возможно, это бредово выглядит, но если бы упиралась перегородка в потолок, никаких проблем бы не было. А так, она вот тут вот, тут она подвижная. Зашил с этой стороны. Сейчас черчу здесь рисунок по эту сторону, отпиливаю все лишнее и прикручиваю полностью. Добавлю здесь УД-шку, как с этой стороны. Этот край зашили двумя слоями гипсокартона. В общем, стало намного покрепче, но этот край все равно есть небольшой шат, но думаю, мы это устраним. Сейчас начну вот это зашивать.